Старт зимнему сезону дан. В парке Наташинские пруды открылся ледовый каток. Спортивное сооружение построили год назад по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды». Летом его использовали в качестве роллердрома, а сейчас площадку вновь покрыли искусственным льдом. Ненастная погода – ничто по сравнению с желанием встать на коньки и выйти на лед. На открытие катка жители городского округа пришли целыми семьями. Локация уже всем знакомая и полюбившаяся. Очень хорошее настроение. Любим кататься на коньках. Катались в прошлом году зимой на этом катке. Очень рады вот снова, что он открылся. Первыми на лед вышли люберецкие фигуристки. Мастерство катания на коньках показали воспитанницы комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Конечно же, хочется пожелать, чтобы наш спорт развивался. Люберцы становится таким спортивным центром. Если раньше у нас не было ледовых арен, то сейчас этот каток, дополнительные крытые стадионы, есть планы по развитию, поэтому мы желаем всем хорошего настроения, развития личного здоровья, благополучия. Искренне желаю набираться сил и здоровья на этом катке. Даю себе отчет, что в выходные дни здесь сложно, потому что много собирается ребятишек, поэтому я советую здесь приходите в будние дни, здесь в будни более просторно, занимайтесь спортом. В день открытия катка это правило не действовало. Несмотря на будний день, от посетителей не было отбоя, но на просторной площадке места хватило всем. Все отлично вообще. Да. Все очень нравится. Мы очень ждали, когда откроют этот каток, да. Потому что в прошлом году часто катались здесь. Все супер. Будем стараться чаще сюда и ходить. Искусственный лед способен сохраняться даже при плюсовой температуре. Поэтому с открытием катка решили не затягивать и не дожидаться календарной зимы. На самом деле готовы были открыться еще 15 ноября, но поскольку погодные условия были очень теплыми, мы решили открываться чуть позже. Мы одни из первых, кто в Подмосковье открыл каток. Сейчас, в данный момент, вы можете увидеть на градуснике плюс 4. У нас идеальный лед, сейчас катаются детки. Отныне каток к услугам жителей как минимум до середины марта. Он работает каждый день с 10 утра до 21:30. При наличии своих коньков вход бесплатный. В противном случае спортивный инвентарь можно взять на прокат. Сделать первые шаги на льду новичкам готовы опытные инструкторы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.